загорелся правильный огонек, и можно приветствовать наших друзей. Добрый вечер, дорогие друзья, добрый день. Для некоторых добрый день, для некоторых добрый вечер. Все зависит от того, в каком конце... Нет, ну как конце? У этого... Мира, в каком конце земного шарика? Да, а у шара есть где-то конец. Вот в разных концах земного шара вы находитесь. Вот, так что мы приветствуем на борту телерадиокомпании. Я уже вижу, к нам присоединяются друзья. На борту телерадиокомпании «Песня 21». С вами Михаил, что ни на есть, Новицкий. И за пультом, за звукорежиссерским и за видеопультом Елена, естественно, Пинчук. Наше все, без которого мы бы с вами... Итак, Иван Чехлоевский и Алла Беляева уже с нами в эфире. Это город Санкт-Петербург. Аллочка, привет. Иван, привет. Да. Пишите, как видно, слышно. Это у нас контакт. Пишите сразу, да. Слышно или видно. Мы будем надеяться на ваши уши, что так. Алена Крымова. Привет, Аленушка. Здравствуй. Доброго тебе здравия. Аленушка у нас давеча болела. Но уже вылезла оттуда. Насколько знаю. Сообщил Крымов мне об этом. В фейсбуке Мария Горбач смотрит. Слава Егоров. Машенька, привет, Слава. Привет. Слава, напиши комментарий. Или Маша, напишите. Видно, слышно в фейсбуке. Полет нормальный, пишет Иван Чехлоевский. Итак, и Антон Казак нарисовался. Молодец. Для тех, кто готовится... Ну, сейчас пока я пару слов сейчас скажу, пока не началось, чтобы народ собирался. Сразу в рекламную паузу. Хорошо? Мы проводим давечи фестиваль «Лампушка 2020». То есть 2020. Интернет-фестиваль, где самое справедливое судейство. То есть свое впечатление об исполнителях. Ура! Из Фейсбука пошли комментарии. Да, Слава Фейсбука. Егоров пишет. Михаил, Елена, привет. Связь хорошая. Зашкала нет по звуку? Вот интересный такой момент. Оля Заславская в Фейсбуке, Елена Кожевникова в Фейсбуке смотрят. Оля Заславская пишет, видно и слышно. Добрый вечер. Добрый. А напишите, пожалуйста, громко или тихо слышно. Вот. Бывает ли даже слишком громко, это тоже нехорошо, потому что зашкал и там как будто... Видно и слышно отлично, пишет Виктор Медведев. Отлично. Вот, и мы уже выставляем и в Фейсбуке, и ВКонтакте участников. Александра Тарновская присоединилась. Вот, она присоединилась даже еще и к фестивалю. К «Лампушке». Скажи пару слов, кстати, о «Лампушке». И о Саше, да? Сашка красивая и талантливая. Вот, еще Чехлоевский присоединился, он тоже, ну, не могу сказать, что красивый. Наверное, красивый, но об этом девушки скажут, наверное. Вот, но талантливый. Об этом Наташа знает. Наташа знает, да? Наташа, да. Наш молодой папаша Чехлоевский. Так вот, мы к нам приходят ваши видео, которые сняты одним кадром от начала до конца. Они пишутся любыми средствами. Можете гиперкамерой какой-то сам навороченной, а можете просто на самый, что на есть обыкновенный телефон снять одним. Главное требование, чтобы это была песня авторская. Вы должны быть автором или слов, или музыки, чего-нибудь, или того и другого. А можете исполнять это самолично, с командой, в дуэте, с симфоническим оркестром. Можете с несколькими оркестрами, с эстрадой симфоническим. Вот. Можете вообще читать стихи без сопровождения. Можете читать стихи под фонограмму какую-нибудь. Вот. Но лишь бы это был ваш авторский номер. Так. Галина Польских. Галина Польских, да, с нами пишет. ВКонтакте к нам тут присоединились много народу. Антон Казак категорически приветствует. Святослава Маклакова, Полина Макомед, Миша, привет. Виталик Грязнов, Екатерина Савельева, Мария Черемных, она везде. Виктор Медведев, отлично видно и слышно. Наталья Ивонина, Лена и Миша, привет из Германии. Ура, так, мы снова Deutschland, вместе. Deutschland с нами. Александр Куликов, привет, пишет Полина Махамед, нормально пишет. Инна Ильина присоединилась. О, Господи, Полина, это же такое детство мое. Святослава вообще. Святослава Маклакова, Лена Коваленкова, Елена Аршавская все хорошо пишет. Так, Аршавская это важный продюсер, надо спеть хорошо, чтобы она задействовала. Присоединились Наталья Устинова, Василий Верещагин, Сергей Крымов. Всем привет я передаю. Спасибо, друзья. Ну, раз такое дело, не скрою, что очень счастлив для вас петь
с вами общаться. И у меня такое ощущение даже, когда вот я вижу строчки написанные, и даже несмотря на то, что Лена их зачитывает, я слышу голоса ваши, просто тембрально их узнаю. Ну, так устроены мои мозги, что я каждого немножко так узнаю. И даже чувствую, с какой интонацией, где какая буква, у кого, как она звучит. Ну, так вот. И, наверное, хватит. Ой, каких зайчиков Оля Заславская прислала. Сама нарисовала, небось. При во Фейсбуке присоединились Елена Посела, Евгений Козыренов, Зарима Айдамирова. Угу. Ну, может быть, мы начнем. Да, друзья, очень рады, да. Для тех, кто нас первый раз вообще видит, я думаю, что тут таковых мало, но тем не менее. Еще раз, меня зовут Михаил Новицкий, на всякий пожар. Татьяна Бисбар присоединилась в Фейсбуке. Таня, очень приятно, интересно. Александра Таговская пишет: Миша и Елена, я очень рада вас видеть и слышать. Взаимно. С чего начнем? Про любовь или про убийство? Да. Я предлагаю начать с песни «Снег», потому что ее заказывали еще на прошлом концерте. И потом ее тоже еще заказывали. Люба Ворон заказывал, правда, сейчас не знаю, есть он или нет. Елена Сотникова. Просили очень вариант со «Щенком». Лена Сотникова, это есть или нет? Сотникова? Точно Сотникова? Да. По-моему, не Сотникова. Елена Сотникова. Да, хорошо. Не спорь с директором. С директором, хорошо, не буду спорить. Друзья, это моя самая первая песня. Самая первая песня в моей жизни. И судя по тому, что ее заказали, дело к похолоданию. У нас в Ленобласти 12-13 числа похолодание некоторое. И черемуха зацветает уже, да, между прочим. И для таких маститых, поэтов могу сразу сказать, что действительно песня написана в 17 лет, когда глагольные рифмы и так далее, и так далее. Ну, как и написалось, так и написалось. Белый, белый, белый снег на земле лежит. Тихо, тихо, тихо в воздухе он кружит. Снится целый век, тает снег. Посмотри, как снегу намело. Вспомнил о тебе, и мне тепло. Ждать тебя готов был целый век. Теперь тебя ждет только снег, этот снег. В снегу стою, нежно, нежно, нежно вслед я тебе смотрю. Но вот тебя уже нет, засыпан след. Посмотри, как снегу намело. Вспомнил о тебе, и мне тепло. Ждать тебя готов был целый век. А теперь тебя ждет только снег, этот снег. Годы, годы, годы падал снег с высоты. Кто-то, кто-то, кто-то снова со мной.
не ты. Стоит под небом человек, а с неба снег, 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 снег. Посмотри, как снег надолго. Снег идет уже. Что-то ёкнуло в душе. Ни начало, ни итог, и не холод. Холодок. И ничейный рыжий пес. Ладони сунул нос, сам не знаю почему. Но я очень рад ему. Снег на земле лежит. Тихо, тихо, тихо. В воздухе он кружит. Белый, белый, белый. Тихо, тихо, тихо. Спасибо, Михаил, от ваших всех поклонников. И от меня в том числе. Светлана Прокофьевна, да, к нам присоединились Нелли Штюрмер. Нелли Штюрмер. Штюрмер. Да. Штюрмер. Да, смотрит. Марьяна Абрамова, Ирена Коес, Татьяна Шашкова, Александра Тарновская пишет: Миш, научи меня так свести. Хорошо. Александра. Вот. Отдельный курс. Гусь прилетел. Очень приятно. Вообще, гусей очень много прилетело, и наш гусь тоже прилетел. Я давеча был, мы были у полях и наблюдали. Гусь возвращается. И знаете, друзья, такое наблюдение, что возвращается их меньше, чем улетело. Вот летели они большими-большими стаями, а возвращаются все-таки стаями небольшими. Все-таки что-то с ними происходит. Где-то куда-то они попадают, то ли в нефтяные эти самые лужи, то ли просто на них охотятся, но все-таки стаи возвращаются поменьше. Однажды, я помню, был такой год, когда скворцы почти не прилетели. То есть лет пять назад были полупустые скворечники, и очень мало их было. Вот так вот природа живет. Иван Чехлоевский пишет: снег будет во вторник. Спасибо, тогда я во вторник. Ольга Зеленская присоединилась к трансляции, Эдуард Никитин, Лена Коваленкова пишет: в Германии сегодня день мамы. Может, что-то есть для всех мам? Для всех мам? Да. Я думаю, что есть. Николай Павлов просит песню на Петропавловке «Салют», Антон Пустовалов просит песню «Черемуха до селения». Ну что я?
И, Наталья Ивонина поделилась нашей трансляцией. За это ей преогромная благодарность. Спасибо. Да, всем и спасибо, вы поделитесь все, если вам не западло. Какой лексикон. Хорошо. Ну что, продолжим. Мы очень благодарны на самом деле всем, кто делится, потому что это очень большая помощь для нас. Одной мне тяжело поделиться во всех местах сразу. Хорошо. Алла Беляева пишет: всем привет, дорогие друзья. Хоть в таком формате собрали нас Миша с Леночкой. Может быть, мы как раз исполним песню по заявке. Я тоже думаю. То есть речь там идет о том, что... Алла Беляева в честь отца ее просила песню исполнить. Да. То есть вернемся к событию, которое было вчера. Да, вчера мы праздновали годовщину капитуляции Германии. Вот. К этой капитуляции подвели ее, как знаете, как детка, бабка, репка, внучка, жучка, кошка, мышка. В этом участвовали много всяких стран. Вот, конечно, большую часть занимался этим СССР. То есть Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Грузия, все наши бывшие советские республики. И все равно не будем забывать о том, что были союзники. Не будем присваивать все абсолютно себе. Потому что если бы не пришла мышка, то дед бы репку не вытащил. Скорее всего, так. Или ему было бы тянуть гораздо труднее, у него были бы больше потери. Вот. Наверное, ждем окончания этой беды. С днем памяти. Вот. Эта песня, которую попросила Алла Беляева, это моя ровесница, по большому счету, она была написана, когда закончилось 20 лет. Через 20 лет после войны вышла эта песня, была написана в таком стиле регги. Обещает быть весна добрый. Вот. Но в то время я переживал, когда повзрослел, другие вещи и немного ассоциировал это с теми парнями, которые уходили, чуть-чуть старше меня и ровесники, которые уходили в Афган, но потом уже в Чечню. Вот. И немножко ассоциировал с более жестким темпом, ритмом. В общем, хватит болтать. Что было не со мной, помню, пил дождинки по щекам, впалым. Для вселенной 20 лет мало. Даже не был я знаком с парнем, обещавшим я вернусь. Мама, мама, мама. Осенная трава зерна, башня, и живу я на земле долго за себя и за того парня. Я от тяжести такой горблюсь, но иначе жить нельзя, если все зовет меня его голос, все звучит во мне его песня, песня, песня. Пахнет горечью.
очень классно. Спасибо. Да, здорово. Одна из песен, которую, да, я присвоил себе, в том смысле, что когда исполнитель по-настоящему исполняет, то он немножко соавтор. Да, а иногда очень соавтор авторов. Вот. Я когда вот вспоминаю о войне, почему-то думаю, пытаюсь вспомнить, что рассказывала бабушка, что... А у бабушки был... У меня было два дедушки. Один мой дедушка, который отец моей мамы, а второй дедушка, это брат моей бабушки, Вадим. Вот я вспоминаю вот ее рассказы, вот они, типа, они идут еще маленькими, бабушка моя, вот Вадим, на другой конец деревни к родственникам, может быть, там им, она 94-го года, что ли, или, блин, я уже запутался, нет, 94-го года она. И они идут куда-то там. Может быть, там их родственники чем-нибудь угостят. А может, не угостят. Вот. Жили они тяжелую жизнь. И тем не менее, и эти жизни были отобраны. Страшные были времена. Страшно подумать о том. Представляю дедушку, да, вот он бежит он бедный, несчастный. Какой-то телогрейки дурацкой, с тремя пулями. Бежит он по минному полю вперед. Впереди у него строчит из автомата немец. Сзади у него строчит из автомата заградотряд. И он должен пробежать между минами. Жизнь пехотинца на фронте была 7 дней. Жизнь, ну, либо смерть, либо ранение через 7 дней. Жизнь артиллериста приблизительно 4 месяца. Вот. Жизнь особиста, в общем-то, она была вечной. Если случайно где-нибудь его там не пришивали. Вот. Они проходили без единого ранения всю войну. Без единого ранения. Вот наш герой, да, Николай Николаевич Никулин, который написал «Воспоминания о войне», он был артиллерист, он был призван у нас из Ленинграда и прошел всю войну, был 4 раза ранен, и поэтому его воспоминания, они достаточно правильные, честные. Ну, ладно. Я не буду говорить. Немного могу говорить о Николае Николаевиче. Ну, мы не только песни поем, мы еще и просто общаемся. Да, мы общаемся. Мне вот очень... к нам присоединились Марина Серебрякова. К трансляции присоединилась Валерий Белков, Светлана Васильева, Александр Чистяков, Святислава Маклакова. Класс пишет. Алла Беляева пишет. Спасибо, Миша. 3 цветочка прислала. Спасибо за цветочки. Присоединился Рустем Фатхулин. Сергей Крымов пишет, очень необычно, но здорово. В Фейсбуке у нас тут Алекс Лисовский с днем мамы пишет. Александра Тарновская, как круто, кто тебе подпевает, Миша, очень здорово. Александра Смирнова присоединилась. Ой, Александр, наконец-то. Сашка, мы тебя очень ждем. Да, сейчас она. Да. Александра. Побольше. Александр Никитин. Да. Так, подпевает мне прибор, который мне подарили... подарили ученики на день рождения. На день рождения, да. Ты, Саша, потом напиши Мише, и он тебе в личке расскажет. Я все тебе... Все. А лучше приходи в полночь. И свистеть ночью. Ночью свистеть. Главное, да, приходи в полночь без кузнеца. Так. О, давай что-нибудь про любовь споем. У нас же заказывали песню про любовь. Да, у нас... Полновьте будут. У нас, если не про любовь, то про убийство. Вот, значит, например, можно исполнить заявку Славы Егорова. Любовь, талант. Как ты на это смотришь? А он, все нормально, он с нами. Да, здесь. Слава Егоров здесь был. Слава, ты готов слушать песню по своему заказу? Только должен добавить, что в этой песне
Ну, так получилось, что я ее написал, как-то пелось-пелось. Потом мы собрались на Чукотке. Это подвал рядом с Камчаткой. Всю ночь гудели, за что нас чуть не выгнали. Приехал товарищ из Нарьян-Мара. Его звали Лептуга Сергей. И он научил меня переходить из тональности в тональность и развил эту песню каким-то образом. Лептуга Сергей. И звали его Ганс. В том смысле, что он Сергей, но он такой был в очочках. В Нарьян-Маре его обзывали Гансом. Вот такая. А приехал он в Нарьян-Мар из Перми, кстати говоря. Вот так вот все круто в нашем мире. Итак, песня о любви. По заказу Славы Егорова. Если любовь – это талант, то я… Без сомнений, гений. Если на свете тебе был кто-то богат, то это был я. Без сомнений. Но сегодня любовь выше себя. Я не знаю, чего мне желать. Я вижу тебя. Я знаю тебя. Моя пропасть, твое право летать. Каждой клеткой трубя и звеня, я гимн сочиняю, божественный твой или он. Сочиняет меня. Я забыл, кем я был. Я забыл и пока. Мне хочется плакать и петь. Руки забрите, забрите века. Если сон ты, будь вечным, как смерть. Спасибо. Спасибо, Михаил. К нам присоединились в Фейсбуке. А я жив, Саша. Да, я увидел. Ольга Сапронова смотрит. Mm-hmm. Олечка, спасибо, привет. Олечка, да. Да. А вот у нас Олечка, Валерий. У меня будет просьба, Оля, когда вы там в своем этом самом, как у них телевидение называется? Градус ТВ. Да, Градус ТВ. Рассказывайте про ментов, называйте фамилии. Называйте фамилии. Мне просто необходимо знать фамилии. Вот, Александр Куликов у нас заказывает песни «Путин, лыжи, Магадан», «Путин всех боится».
Все аплодируют. Я не знаю, успеем, не успеем сегодня. Значит, Слава Егоров пишет большое спасибо, супер. Вот. Вот. Я не уверен, что Чаемок и Сирень сегодня успеем. Валерий Егоров у нас спрашивает, ребята, не поздно ли еще присоединиться к лампушке? Можно. Валерий, да, можешь присылать свою заявку на почту, все как указано там в правилах. Да, в правилах все указано. Это должен быть один Если трек. Если что непонятно, можно мне написать. Да, там телефоны все есть. Трек от начала до конца без склейки должен быть, и все. Гений любви звучит. Гений любви звучит немного нескромно. Ну, что поделаешь? Почему? Так, Александр, скромность, она очень украшает людей. Очень. Особенно тех, которых больше ничего не украшает. Тут одно из двух. Либо комплекс неполноценности, либо мания величия. Так что все нормально. Я желаю тебе любовь. Это касание. Уж какой тонкий, а? Какой тонкий. Сейчас у меня... Наталья Ивонина пишет. Впервые услышала эту песню. Произвела впечатление. Здорово. Спасибо. А Иван Чехлоевский пишет. Аллилуйя. Очень хочется услышать. Давно прошу. Ничего себе. О, Вань, да? Что-то я не видела у тебя давно. Ну, ладно, давай запишем. Если Михаил сегодня не исполнит, то на следующий раз. Давай мы сначала исполним те записки, да. Те заявки, Аллилуйя, которые точно были сделаны. Аллилуйя, записываю на следующий раз. Аллилуйя, Иван Чехлоевский. Конечно, я, наверное, с бухты-барахты эту Галёвую спою. Вот. Ну, мы подождем. Сначала мы исполним все заявки, которые у нас тут еще. Вот, например... Можно спеть по заявке Натальи Ивониной песню «Это наш город». Давайте. Давайте споем эту Тем песню. Тем более она немножко так... Тем более скоро, уже очень скоро, у нас будет День города. 27 мая, да, по-моему? И она вообще подходит к любому городу. Она как немножко рифмуется и с событиями подписания договора капитуляции. Она рифмуется с любой уплотнительной застройкой. С врагами любого города. Любые враги, люди, которые строят в городе, в котором уже есть пробки, это враги города. Они его уничтожают. Если в городе появляются пробки, в этом городе строить больше нельзя. Его надо либо расширять, либо еще что-то настроить, и уплотнять, и возвышать. Его больше нельзя, если появляются пробки. Надо донести это до чиновников, до тупорылых чиновников. И причем они не только... У нас в Петербурге, в Москве, они везде есть, и они в Америке есть тупорылые чиновники. Им лишь бы продать землю. А что будет дальше на этой земле? Какая душегубка? Вот. Им по барабану, им лишь бы продать землю. А и тем, которые построят, лишь бы продать площади. Бетон подороже продать. А потом, что будет с вашими близнецами? Как они будут падать? Что будет, если не будет электричества? Как вы будете... критической ситуации выживать непонятно. Им лишь бы застроить. Так, итак, песня по заказу Натальи Ивониной. Через дремучие болота, пугая леших и чертей, пришел к заливу мудрый Петр во славу родины своей. Собрал по свету демиургов и лучших сочих на Руси. Назвал наш город Петербургом и помолился. И помолился небеси, что это наш город, это наш город, мы его в обиду не дадим. Это наш город, это наш город, от мандалов диких защитим. Это наш город, это наш город, он живой. Не печалься, мы с тобой. Когда фашист в лихие годы затеял мира передел, потомок Шиллера и Гёте был зверь, но рушить не посмел. Не сдали люди Ленинграда, и старый млад годился в бой. Наш город пел в кольце блокадном, голодный, мрачный. Голодный, мрачный, но живой, что это наш город, это наш город, мы его в обиду не дадим. Это наш город,
защитим. Это наш город, это наш город, он живой. Не печалься, мы с тобой. А вот явились мародеры, Газпромов дикая орда. В Кремле варьё и в Смольном воры, они готовы нас продать. Идут бульдозеры на город, на память дедов и отцов. Но каждый дом и сквер нам дорог. Пора гнать шею, пора гнать шею подлецов. Ведь это наш город, это наш город, мы его в обиду не дадим. Это наш город, это наш город, от вандалов диких защитим. Это наш город, это наш город, он живой. Не печалься, мы с тобой. Это наш город, это наш город, мы его в обиду не дадим. Это наш город, это наш город, от вандалов диких защитим. Это наш город, это наш город, он живой. Не печалься, мы с тобой. Спасибо, друзья. Я чувствую, Александра Тарновская подпевает. Да, это наш город. Алла Беляева пишет, мы все вместе подпеваем. Святослава Маклакова пишет, классная песня, добейтесь сделать ее гимном Петербурга. Святослава, если бы это от нас зависело. Эту песню мы напевали однажды с Борисом Немцовым. Мы шли буквально от Дворцовой площади до Сенатской площади. И вот эту песню, она уже была у меня написана, мы ее пели. С нашим Борисом Немцовым. Наталья Ивонина пишет, Миша, спасибо. Вот. А пока смотрел тут, пока пел, так, глаза мои уперлись, там Алла Беляева, вспомнил, что возле, недалеко от ее дома, на проспекте Гагарина. Гагарина, да, наши воры, которые так и не названы, вот, при нашем правительстве, при нашем... Вот при нашем руководстве Петербурга, бандитском, я бы, наверное, думаю так, мое мнение, бандитском руководстве Петербурга уничтожили памятник архитектуры, собственно говоря, это СКК имени Ленина, причем уничтожили по-быстрому, по-бандитски, с нарушением всех технологий, при этом погиб молодой парень, которому, по-моему, не было тридцатника, да? 29 ему, что ли, лет было. Я точно не помню, но молодой. Вот. Это было страшное зрелище, когда человек бежит, пытается попасть в люльку. То случайно не погиб экскаватор, ну, крановщик. Но вообще сволочизм. И так и ни одна фамилия не названа. И так ничего не произошло. Как обычно, бандиты остаются в тени. И те бандиты, которые взорвали... Бандиты, Орика. Взорвали в свое время... московские дома, и те, которые пытались типа порепетировать в Ревзанский сахар, испытать на живых людях. Все вот так вот. Ольга Хорок смотрит нас. Угу. Гера Рыбалкин, спасибо за НН Никулина, пишет. Игорь. Я очень рекомендую Николая Николаевича Рай Никулина. Новобазаров смотрит. Гера Рыбалкин пишет, государство и народ будут воевать на разных войнах, и победы у них будут разные. Пророчество фронтовика Никулина, те, кто победил, либо полегли на поле боя, либо спились подавленные послевоенным... Много пишет, мне все не прочитать. Хорошо, друзья, мы потом почитаем, Ладно, вам рекомендую, я думаю, что это правильные строчки. Да. Правильные строчки, потому что там Никулина нужно читать, его нужно изучать. Это вот если говорить... И ссылочку он тут какую-то на видео дал, «Операция Гроза». Это очень литературные, ну, как сказать, очень документальные литературные произведения, которое написал. Мне очень нравится глава про Эрику. У меня даже цветок у нас существует. И каждый раз, глядя на этот цветочек,
которая растет у нас на даче. Я вспоминаю Николина и эту девушку Эрику и этот рассказ про нее. Почитайте, друзья. Послушайте, если вам некогда. Найдите аудиокнигу, можно много аудио найти. Да, читается Николина. Это... Алла Беляева пишет, остановка так и называется до сих пор, СКК. Да. Вот такая грустная история. Давайте поехали дальше, а то мы Татьяна не справимся. Татьяна Гурьянова присоединилась, Марина Танечка, Маскова, песня «Супер» пишет. Вот. Марьяна Абрамовна Ханукова пишет, подпевали, наверное, все. Споем, надеюсь, летом на Невском. Споем неоднократно и будем продолжать, потому что когда... Хорошо, что сейчас чуть-чуть присел этот бизнес. Присел. Хотя краны уже рулят возле юбилейного по полной программе, два крана. Я Борис Вишневского пытался выяснить, что это такие. Борис что-то мне Лазаревич, депутат законодательного собрания, обещал поинтересоваться по ним, почему они такие высокие. Но под шумок они опять продолжают уничтожать город, превращать его в душегубку. Наши власти городские. Об этом нужно говорить, нужно поднимать эти вопросы. Потому что нам дышать. В Петербурге даже, в нашем городе, который, в общем, омывается водой со всех сторон, в жаркую погоду в три раза содержание вредных веществ превышает предельно допустимую норму. В три раза. В три раза, друзья. Вот. А что говорить о тех городах, там, о Москве, да, которая там не омывается водой, черти что. Вот как там жить, как там дышать, особенно когда горят свалки и так далее. Так, давай следующую песню петь. Я вот не знаю, Игоря Фомина просмотрела, был он у нас или нет. Игорь Фомин, отзовись. Отзовись, череповец. Потому что он песню у нас заказывал, но мы пока подождем, наверное, с ним. Да. А споем песню, например, по заказу Тани Шашковой, художника-модель. Хорошо. Да? Да. Клирики такой. Да, дай мне чуть водички. Давайте выпьем за ваше здоровье, друзья. Ладно, после этой песни, наверное. Нет, почему? Да, успею? Конечно. Хорошо. Хорошо, пока Лена наливает. У меня я просто раз, тут гаджетами облуждаю. Еще раз повторю. Читайте Николая Николаевича Никулина. Вот. Воспоминания о войне. Ольга Мартиросян присоединилась. Татьяна Вахмякова, Юлия Терещенков. Александр Тарновская пишет спасибо за пронзительные песни. Наталья Кучер смотрит. Наташа, привет. Наташа у нас в последнее время выдает, вообще она меня удивляет. Наташа Кучер. Как раз про нее песня. Точно. Наташа, песня тебе. Песня художник и модель. У нее, правда, модель чаще море, какой-нибудь берег в последнее время. Мы потом и про море споем. Да, она меня удивляет по полной программе. Это Наташа? Как живописец, очень круто. Ну тогда песню да. Про художников и моделей. Заходи к художнику модель, не скучай, навещай. Столько дней он ждал, столько недель. Примечай. Кофе, чай, на дворе то солнце, то метель, то салют, то война. Заходи к художнику, модель, как весна. Годы месят, годы тихо мнут. Что еще впереди? Хоть на скетч, на несколько минут. Заходи, забегай к художнику, модель. Просто так. Кофе, виски, чай или коктейль. Что? Коньяк? Есть коньяк!
Ленинграды. Там живет красота. Это ты, и вроде как не ты, но теперь навсегда улетит снежинок седина. С твоих волос не вопрос, и вернется первая весна. Нам всерьез, нам всерьез. Заходи к художнику модель, не скучай, навещай. Сколько дней он ждал, сколько недель. Примечай, кофе, чай. На дворе то солнце, то метель, то салют, то война. Заходи к художнику, модель, как весна, как весна. Заходи к художнику, модель. Браво! Это была песня по просьбе альпинистки знаменитой Татьяны Шашковой, и посвистили мы ее заодно Наталье Кучер. Ну, мне тоже эта песня очень нравится. Да. И Елене Печук. Я себя тоже к художникам отношу немножко. Между прочим, вот в моей гитаре сейчас наверняка вот кое-где может отразиться либо Лена Пинчук, либо ее живопись. Она как раз напротив нашей студии находится. Мою живопись можно там посмотреть. В интернете. И можно даже приобрести по сходной цене. Ну, не по сходной, по большому. По шкодной, да. Вот. Спасибо. Саша Ежев пишет: хорошая песня, не слышал ее у тебя. Надо скрупулезнее изучать твое творчество. Спасибо, да. То есть, на самом деле, диапазон, благодаря вам, друзья, у меня получается очень широкий. Потому что, ну, разные фрагменты жизни были, какие-то песни забыты, какие-то вспоминаются, и вы помогаете мне их извлекать из моего прошлого, и как бы подводить итоги, ну, прошедших лет. Вот, и тоже наблюдать, как от эскизов словесных таких я пришел к таким, ну, как от песен, может, о любви, к социальным вещам, обратно, песням душевным. Ну ладно. Так что большое спасибо за то, что вы делаете эти заявки, поддерживаете эти вот концерты, которые сейчас вот коронавирусные, скажем так. Они как-то, я бы сказал, что они являются чуть ли, я на них чуть ли не подсел. Я их жду целую неделю и думаю, что же я вам скажу. И думаю, вот это надо сказать, вот это надо сказать. И хорошие тебе тренировки вспоминать старые песни. И вот это сказать. Там ковыряешься на грядке, какой-нибудь цветочек сажаешь, или там, или снимаешь какое-нибудь видео, думаешь, вот это я им, ребятам, скажу. А потом все забываешь. Так что много чего не скажу, потому что, если буду говорить, вот, Маргарита пришла к вам. Соскучилась по вам Маргарита. Говорит, я хочу в эфир. Да. Хочу заявку сделать. Надо будет, чем мы игнорируем? Песню про котиков напишите, пожалуйста. Да, песню будем писать на, про котиков. Кутик, кулику. Так. Откуда? Александр Куликов. От Маши Неверовой. Ага. Михаилу примет от художника Маши Неверовой. Неверовой. Она написала сегодня из Израиля. Спасибо. Это Алена Крымова пишет. Да, круто. Игорь Конек поделился трансляцией. Интересно, какие связи бывают. Маша Неверова. Маша Неверова, она была задворная была в свое время, а потом Неверова стала. Иван Щучинов присоединился, Игорь Конек присоединился, поделился, Любовь Медведева присоединилась к трансляции. Да что ж мне все кто-то звонит? Мне все взрывается. Слава Егоров пишет: отличная песня, художникам привет. Марьяна Абрамовна пишет: привет Маргарите от Синильги.
Александра Тарновская. Лена, твое творчество греет душу. Наблюдаю периодически. Замечательно. Угу. Спасибо, Саша. Мне это очень приятно. Так. Я так, в общем-то, для себя несколько картинок всего написала. Нет, на самом деле девушки как-то быстро научаются. Я пока сгонял в Турцию, приезжаю, у Лены полно полотен. Вот, и... А через неделю давай это самое смотрю. И кучу давай выставляться. Святослава Маклакова пишет: «Привет, милой кошечке». Алла Беляева пишет: «Маргарита с улыбкой пришла». Да, с улыбкой. Уже ушла. Лена Коваленкова пишет: «Вашей коше от нашей коши кошачий привет». Алексей Шульгин: «Красивый кошак». Девушка. Маргарита ее зовут. Так. Светлана Ефремова объявилась. «Добрый вечер, Миша и Леночка», пишет. Мне казалось, что именно Светлана Ефремова заказывала эту песню, Господи. Про снег? Нет, это Лена. Нет, да? Ну ладно, да. Хорошо. Ну, поехали вот, Света дальше. Ефремова, пиши, что ты хочешь услышать. Давай выполним то, что мы уже... Давай. Игорь Фомин что-то у нас так и не объявился, пишет ничего. Он хорошую песню заказал, я тоже ее хотела послушать. Важное дело? Да. Мне она очень нравится. Вот Инна Ильина, она здесь, и она хотела русский рок послушать. Да? Да, давай ее исполним. Только что мы про любовь. Заявку Инны Ильиной. Да, а сейчас, тоже про творчество. Песня про песни. Почти социальная. Достойно прожил свои дни и сумел даже больше, чем мог. Русский рок, русский рок, русский рок, российский рок, российский рок, российский рок. В чекистской стороне, в глухоте, немоте и вранье, сквозь колючку протек ручеек. Русский рок, русский рок, русский рок. Непонятно, чем выжил, как жил, кочегарил, вахтил, сторожил. Научился писать между строк. Русский рок, русский рок, русский рок, российский рок, российский рок, российский рок, российский рок. По Афгану прошел, по Чечне. Не стреляй, он хрипел на войне. Пережил и психушку, и плен. И все ждал, очень ждал перемен. Ждал перемен. Зла. И вылез рок-н-ролл из подвалов, получил хорошие студии, большие залы, стал получать хорошие деньги, но ему объяснили, что можно петь, а чего петь нельзя. Теперь он белый, пушистый, чё? Он выучил команду к ноге. Посмотри, главный рокер страны при
спустил пред начальством штаны. И уныло глядит в потолок, и троллейбус ведет на восток. Российский рок! Российский рок! Увидел детей, две гитары, квадрат без затей, мятый бас, старый хэт, костерок. Тут я понял, что жив русский рок. Российский рок! Все вместе! Российский рок! Учкадюк, три колодца, бах-бах-бах. Грузинский рок, где же ты, моя Сулико? Армяне лучше, чем грузины. Чем? Чем армяне? А, хорошо. Узбекский рок, а учкадюк, три колодца, уже пел? Немецкий. Цыганский рок, аэромалы. Английский, немецкий, французский, испанский, индийский, бурятский, японский, крымовый привет, китайский. Вот, классно, они еще между собой теперь общаются. Да, а еще очень интересно, в этом чатике может тот, кто ВКонтакте, написать тому, кто в Фейсбуке, и мы из Фейсбука ответим. Да, интересно, да. Он объединяет. Вот у нас тут Света... Ладно, Светлана Васильева очень просит «Свеча горела» песню. Очень просит, прямо аж два раза написала. Светлана Ефремова просит... Какая, подожди, «Свеча горела»? Лана. А, Лана. Светлана Васильева. Я понял. Ну, хорошо, мы давай запишем Лану. Я записала, да. Если сегодня не споешь, то на будущее. Скорее всего, мне надо ее вспомнить. Светлана Ефремова пишет «Я тебя полюбил». Можно ли песню спеть «Я тебя полюбил»? Я вот записала все, но сначала мы выполняем заявки тех, да, кто заранее. Савельева Екатерина, восторг пишет, Александр Куликов, ура. Да, Путин, уходи, я не знаю, вряд ли мы сможем этот... Вот Андрей Павучук пишет, привет, привет от семьи Штокман, Омск. Тебе это интересно? Может, да? Конечно, интересно. Дело в том, что если я слышу фамилию Штокман, вот, то это значит либо Омск, либо, как читав, либо Deutschland. То есть у мое детство глубокое, ну, с 6 до армии, даже с 4 до армии, я провел на освоении Целины, и у нас там были все либо Штокманы, либо Штырмеры. Вот. Поэтому, ну, они тебя смотрят. Да, мы все переродились там. И как-то крови немецкие, украинские, и даже ингушские, чеченские, ну, уже не говоря про еврейские, все поперемешались. Вот. Я думаю, продолжим выполнять. Yes, of course, да? Because, да. Ну что у нас тут? Лёва Ворон, не видела не я видел. Лёва Ворона. Вот заказал песню. Николай Амелешкин, тоже я что-то не видела, по-моему, сегодня. И нет нашего этого Череповца, да? Череповца, да, вот он заказал песню, которую я сама жду. Ну, его почему-то не видно. Подождем немножко пока. А пока можно спеть песню, может быть, по заявке Галины Штокман и Тани Шишковой «У моря, у моря». Да, давай попробуем.
Тем более вот Наташа Кучер Море у нас любит доставать. Да. Давай еще посвятим. Хуже не будет для Наташи. Эту песню я написал на острове Екос. И очень хорошо она состоялась в Турции. В турне таком между островами. Фестивале «Летучий голландец», за что, конечно, организаторам большое спасибо. У моря, дыхание ровней, дыхание ровней, дыхание ровней. Амбиции тише, и небо видней, и небо видней, и небо видней. И боги поближе, и сердцу милей все фразы и люди. Из прожитых дней, поют рыбаки, поют рыбаки. Квантуются волны, ломая куски, ломая куски, ломая куски. Что были горами, шлифуют их и способным услышать диктуют стихи. У моря кончается бег, кончается бег, кончается бег. И горных ручьев, и размеренных рек, размеренных рек, размеренных рек. И слез грозовых, и всех слез из-под век. На море, на море глядел бы веселье. Спасибо, мне она спасибо. Тоже очень нравится. Спасибо большое Галине Штокман и Тане Шашковой, что они ее заказали. Эту песню заказали, да. Да, ну, честно говоря, вот поскольку некоторые заказчики у нас не явились, да, то, можно... то я предлагаю исполнить заказы, вот которых Иван просил «Аллилуйя», Светлана Васильева писала «Свеча горела», заказывала, и Светлана Ефремова «Я тебя полюбил». Вот выбирай что-нибудь. Попробую. Если ошибусь, Иван, не обижайся. Для меня сейчас тысячу лет эту песню не пел. Экспромт. Героиня звериного пения, мое лето. Вру. Героиня звериного пения, мое лето. Сначала лучше, давай. Да. Ну, все равно ерунда, что ты аккуратно. Героиня звериного пения, мое лето, зима и весна. Может, я повторишь на следующий раз? Да, давай, повтори на следующий раз. Давай на следующий раз. А вот «Свеча горела», кроме Светланы Васильевой, еще Антон Казак просит спеть.
это слова Пастернака. Опять сейчас все, попробую спеть это с бухты-барахты. Вспомните первую строчку. Нет, не будешь мне вторую строчку свечи? Мело-мело. Мело-мело по всей земле, во все пределы. Свеча горела на столе, свеча горела. Как летом роем мошкара летит на пламя. Слетались хлопья со двора, как конная рамя. Метель лепила на стекле кружки и стрелы. Свеча горела на столе, свеча горела. На озаренный потолок ложились тени. Скрещение рук, скрещение ног, судьбы скрещение. Со стуком на пол, и воск слезами с ночника на платье капал, и все кружилось в буйной мгле, седой и белой. Свеча горела на столе, свеча горела. На свечку дуло из угла, и шар соблазна вздымал, что ангел до крыла крестообразно. Мело весь месяц в феврале, и то и дело, свеча горела на столе, свеча горела. Спасибо, выполнили, да. Заявки. Иван пишет, что будешь, да, ждать в следующий раз. Да, да. Хорошо. Аллилуйю я записала. Аллилуйю, да, надо вспомнить. И, ребята, пишите аккорды заранее заявки, потому что вот, ну, иногда сразу Михаилу просто не вспомнить. Тут, знаете, еще, ребят, какая история. Ведь когда песню исполняешь, это не просто, знаете, как пописать, сходить. Это надо вспомнить и текст, и аккорды, и еще вспомнить ситуацию какую-то, вжиться в нее. Может где-то обновить, подкрутить, проверить на новой аппаратуре, как оно звучит. А когда ты все с бухты-барахты вспоминаешь, как-то технически получается. Поэтому лучше немножко подготовиться. Лучше немножко подготовиться. Поэтому, да, давайте эту песню про «Аллилуйя» вот, перенесем на следующий раз. Вот. Чего мы в этот раз еще не спели? Ну, мы не спели то, что некоторые не присутствуют, которые заказывали. Но я все-таки прошу тебя песню «Важное дело» исполнить, которую Игорь Фомин заказывал. Хорошо. Потому что я ее тоже хочу, я ее жду. Хорошо. Песня «Важное дело». Эта песня, ну, просто как бы чуть ли не кусок такой памяти. Поставил Чемуху Серегу. И, да, Антон, я не вряд ли Чемуху, давно не пел ее. Надо вспоминать. На следующий раз, Антон. Давай. Черемуху пишем. Черемуху на следующий раз тоже перенесем, только чур сидеть. Это самое. А следующий раз будет 17-го. Да, 17-го. Да. Я думаю, что даже если мы выйдем из коронавируса, концерт онлайн мы оставим. Каждое воскресенье в 21:00, пока, да, мы выходим в эфире. Да. Пока мы живые, пока нас не взяли. Так. Да, и спасибо тем, кто поддерживает нас, да, материально
и морально перепостами. Да, делают перепосты, кто-то заказывает да, песни. Кто хочет помочь там кто нам денежками какими-то, денежки, да. то реквизиты мы пишем. Там да, и мы улучшаем качество, и мы улучшаем качество наших эфиров. Мы хотели сегодня сделать еще один шажок технический, но у нас чего-то не... Ну, света немного не хватило. Не хватило немножко, да, ресурса, и мы... Попробуем это все отрегулировать и в следующий раз вас попытаемся удивить. Попытаемся, да. Ну, не будем говорить гоп раньше времени, но мы каждый раз стараемся сделать что-то более интересное. А, кстати, 17-го у нас будет эфир еще с награждениями победителей лампочки. Да. Очевидно, мы, может, это даже объединим. Ну да, мы немного споем вот. Своих. Досылайте песен, свои треки да. на фестиваль «Лампушка онлайн». Так, чего я хотел спеть? А, важное дело. Важное дело. Да. Это песня по заявке у нас Игоря Фомина из Череповца. Он у нас, кстати, тоже участвует в фестивале «Лампушка». Но по какой-то причине он тут у нас... Наверное, он репетирует к «Лампушке». Да, наверное, какие-то так. Мы песню исполним. Эта песня состоялась просто как памятник. То есть... Тот, кто сделал эту песню, в ней участвовал Коля Корзинин, наш легендарный барабанщик, которого уже нет на свете. В ней участвовал Никита Зайцев, легендарный скрипач. Вот, ну, помогал, играл на гитаре. Там участвовал Федянин Игорь, которого тоже на белом свете сегодня нет. Просто какой-то памятник, такая песня из... Продюсировал эту песню Старцев, господи, Александр Старцев, это один из журналистов. И, слава богу, живой Владимир Рикшан, время которого, так сказать, было нам подарено в студии, опять же, живого, господи, Тропила, Андрея Тропила. Вот такая знаменитая, такая вот история. В записи также молодые девушки принимали участие, там, например, Бессонова Маша и Наташа, теперь которая Достоевского. Ну все, закончил болтать, начинаю петь песню. Надо вспомнить первый аккорд. Главное вспомнить первый аккорд. Душераздирающая песня. Саду я промокший, я в бреду. Это осень и успех. Осень писала на всех. Мокнут травы и цветы, и бандиты, и менты. У меня есть важное дело. Я пытаюсь тебя вспоминать. Важное дело. Не вспоминай. Между делом там и тут люди золото гребут. Лисьев вертится лото, долбит ночь, когда лото. Только шелест, только свист, матерится тракторист. У меня есть важное дело. Я пытаюсь тебя не вспоминать. Важное дело. Вспоминать.
училкой молодой, с экипанами в руках, с пятаками в дневниках. Ветер дерево скосил, это ж надо, столько сил. У меня есть важное дело, я пытаюсь тебя не вспоминать. Важное дело. Не вспоминай. Не вспоминай. Спасибо. Спасибо. Да-да, сейчас к нам пошли. Наталья Тарасенко присоединилась. Артур. Ух ты, Наталья Тарасенко присоединилась. Привет, Наташа. Откуда ее взяла? Так давно ее не было? Да, ВКонтакте вот. Присоединилась. Угу. Приятно, приятно. Как услышала важное дело, ты присоединилась тут же. Это приятно. Да, отвечая на вопрос, да, именно тот самый из Санкт-Петербурга, Владимир Рикшан, да, они записали как раз альбом, у них оставалось время, и они нам подарили, чтобы записать эту песню. Вот. Это они, ну, как бы, так Никита Зайцев поговорил с Тропило, поговорил с Рикшаном, поговорил с Никитой Зайцевым. И вообще раньше, когда мы были по рок-н-ролльнее, помоложе, как-то все делалось как-то по-дружески, бесплатно, в общем-то. Это сейчас, это самое, песню записать на студии. Это, вот. Хотя тоже стало уже проще. Был какой-то средний период, когда было очень плохо. Вот. Сейчас у каждого дома студия, пиши, не хочу. Вот. Было бы старание мозгов, и можно найти возможность самовыразиться. И даже, видите, телевидение ему целое затеяли для вас. Причем, как здорово собрать собратьев по разуму. Извините за тавтологию. Приятно, дорогие мои, приятно. Ну что, мы... Ну, мы движемся к концу. Какая? Ты хотел песню «Фонарщика» исполнить. Ну, или нет? Ну давай, пускай будет песня «Фонарщика», мы вернемся к... Из Германии. Да, из Германии был заказ, мы попробуем ее исполнить. Там много песен всяких разных, песня «Розы», песня «Принца» и «Розы», песня «Тщеславца», песня «Делового», песня «Лиса» душевная. А есть песня «Фонарщика». Добрый день, да добрый день, для чего фонарь потушен? Добрый вечер, вот чудак, со своим я словом дружен. Солнце всходит, я тушу, а заходит, зажигаю. Для чего я вас прошу? Уговор не понимаю. Уговор есть уговор, не бросай слова на ветер. Но когда ты слово дал, ты за многое в ответе. И пускай воды немало утекло с тех давних пор, не бросай слова на ветер, ветер, ветер. Уговор есть уговор. Добрый день, да, добрый день, для чего фонарь потушен? Добрый вечер, уговор, если есть он, значит нужен. Каждый день фонарь тушу, каждый вечер зажигаю. И опять переспрошу, но, похоже, понимаю. Уговор есть уговор, не бросай слова на ветер. Но когда ты слово дал, ты за многое в ответе. И пускай воды немало утекло с тех давних пор, не бросай слова на ветер, ветер, ветер. Уговор есть уговор, есть уговор, не бросай слова на ветер. Но когда ты
ты слово дал, ты за многое в ответе. И пускай стран воды немало, утекло с тех давних пор, не бросай слова на ветер, ветер, ветер. Уговор есть уговор. Кто словам своим не верен, срам тому, стыд и позор. Уговор такое дело. Уговор есть уговор. Это была песня, да. Запомнили? Повторите. Уговор есть уговор. Валерий Фигловский присоединился. Привет, Валера, привет. Миша, привет, родной, пишет. Привет, Алла Москва. Алла Потехова, Татьяна Шишкова к нам опять вновь присоединилась. Она отсоединялась, теперь присоединилась. Ты хорошо. Знаешь, вот иногда у меня вылетает, потом опять включается. Такое, наверное, у многих бывает. Галина Пульских, браво, пишет. Наталья Иванова присоединилась к трансляции. Алексей Семенов. Иван Чехлоевский, пьяницы просит. Пьяницы. Песня пьяницы? Да. Ну давайте мы не будем весь этот эфир про маленького принца. У нас в спектакле. У нас уже подходит к концу наш эфир, мы уже полтора часа в эфире. Поэтому я предлагаю закончить эфир моей заявкой. Думаешь? Ну давай. А что, нет? Хорошо, давай. Заявка Елены Пинчук. Да, то некоторые говорят, что песен не это самое. Она тоже немножко рифмуется с подписанием договора о капитуляции. Дай мне воды, пожалуйста. Чуть-чуть. Полстакана, стакан. Вот. Эта песня. Первый раз я услышал песню в балаклаве. А потом я написал на нее в 15-м году тиковую пародию через... Ну, сейчас вы все поймете. И мой Фигловский подсоединился. Воевали геройские деды, много эх по нас завоевали, много крови ушло, как воды, а границы, как шлюхи, гуляли. Натерпелась земля от людей, и взрывали ее, и бомбили. За идеи, и так, без идей, покалечили и поделили. За идеи, и так, без идей, что осталось, то и поделили. Города поднимались, воскресли, и казалось, что мир стал един навсегда и для всех, только если. Тут поднялся один чумовой, ни к чему результаты отростки. Севастополь вернется домой, этот город достанется русским. Севастополь вернется домой, он вообще позарез нужен русским. И когда вдруг сосед приболел, влезли в дом по-чекистски, как и воры, устроили там передел, и открылся тот ящик Пандоры. Подожгли пролетарский Донбасс, чтобы в Крым им проезд был не узкий, а лукавый поэт столько раз повторял, Севастополь стал русским. Льется кровь, потерпи ты хоть раз. Нет, свое, Севастополь стал русским. О, майн год! В смысле, боже ж ты мой! Кёнигсберг закричал по-немецки. Их на хаос, я желаю домой. Их биндойч, я не русско-советский. И курилы смекнули. Ура! Начинаются перезагрузки. Нам Японию дозы пора. Надоело нам русские кутузки.
Все хотят возвращаться домой, а курилы совсем не русские. Перешеек карельский сказал: я когда-то выращивал зерна, ухожу, где финляндский вокзал? Надоело быть свалкой позорной, пусть не тот темперамент и пыл. Все покрали бандиты, чекисты, я ведь раньше в Финляндии был. Ухожу, мать помоет, очистит, ухожу, халвети вас дери. Мать Финляндия примет, почистит. Лишь Аляска тревожно глядит, озирается хмуро и криво. What? To home? Чтобы правил бандит? No thanks, ни к чему перспектива. Мы просились, немытая Русь, вам бесправные долгие лета. Я к рабам ни за что не вернусь, возвращаться плохая примета. It's bad luck, я тебе не вернусь. And goodbye, Russia, долгие лета. Маски сняты под гимн воровской, рвут пираньи твое побережье. Крым ты смотришь с нерусской тоской, вспоминая, как было все прежде. Пока шел ты домой, дорогой, совесть честью своей торговала. Севастополь вернулся домой и вокруг огляделся устало. Севастополь вернулся домой. России, похоже, не стало. Спасибо, что вы выполнили мою заявку. Эту песню надо почаще петь. Да, я, ребята, на самом деле, я говорю, спасибо вам за ваши заказы, потому что именно благодаря тому, что вы вспоминаете о том, что я понаписал, в своей жизни. Я сам бываю контрастный в наших программах. Спасибо за то, что вы меня понимаете. Спасибо тем, кто не понимает, но старается понять. Это очень... Вот. Даже Крымов понимает, с ним пишет сильно. Вот. И... Почему даже? Слава Егоров пишет: песня о делах Пыни Первого. Чё-чё-чё? Песня о делах Пыни Первого. Ага. Вот. И закончим мы все равно... Наверное, стихотворением, чтобы так вот. Про чудо все-таки. Да? Очень хорошо. Очень хочется пожелать, Танечка, очень спасибо. Очень чудо хочется. Очень хочется чуда для всех. Как в братьях Стругацких. Счастье бесплатно всем и много. Да, вот и пикник на обочине. Бывает все сразу. Вся жизнь, как в тумане, вдруг струны подпилит завистник. В кармане наткнешься на бритву, мельчает порода врагов. Непогода, свистит непогода, и крыша течет, плещет море в подвале, и по традиции парус порвали. Горцует попса, лансадрица глумится, что это конец. И чудо случится, позвольте заметить, что чудо случится. В силу желаний ли, в силу амбиций, из палок, из тряпок, вишневого сада, и в силу хотя бы того, что так надо. Из крови, из пота, из репетиций помогут друзья, небеса, за граница, закон перепишут, придет колесница, и все образуется. Чудо случится. Пусть площадь пылает, беснуются люди. Ой, чуда не будет! Ой, чуда не будет! Кто предал, кто струсил, пусть с чудом простится. И пусть для него это все не былится, я выйду в трех лицах.
как мастер по чуду. Кончай суетиться. Не будешь? Не буду. У нас в жилах ртуть, не кисель, не водица. И вот потому наше чудо случится. Есть свойство такое у чуда. Случаться. Внезапно, когда уж не ждут домочадцы, когда все забыли, что это такое, когда все закручено гайкой тугою. Герои, волшебники поокорели, а те, что остались, уже не при деле. Предатель уже получил свои 30. А чудо вдруг раз, раз, два, три. И случится. Спасибо, дорогие мои. До следующих встреч. Следующая встреча у нас будет 17 числа. Будет подведение итогов «Лампушка». Да, кстати, Сергей Крымов, что-то от тебя не видела я кое-что. Заявочку. Какие-то он пишет вопросы. А так это я дурака валяю, он испугался что-то я. Да нет. Сергей Крымов главный у нас этот самый оппозиционер. Да, да, он молодец, Серега. Лена Коваленкова, чудо обязательно случится. Святислава Маклакова, Михаил Елена, спасибо за концерт большое. Галина Пульских, мы вас любим. И мы вас Виктор любим. Медведев, спасибо за концерт. Вот. Ну, будем тогда до 17 числа говорить до свидания друг другу. Желаем всем крепкого... Кто еще не подал заявки на лампушку, подавайте. Еще можно успеть. Это интересно, с каждым днем все интереснее и интереснее. У меня вот многие просят, я, наверное, до завтра продлю прием. Продлим, да. У нас сегодня был последний день. На сутки но продлим прием заявок. Поскольку много желающих, то я потому что действительно, каждая следующая заявка как бы интереснее и интереснее. И чем больше участников нашего фестиваля, тем объективнее картинки. Уж поверьте, я нафестивалился в своей жизни, и знаешь, что это такое? Необъективность, нечестность, лоббирование и так далее. У нас, я думаю, что 100% объективности, потому что судить художников будут именно художники. Да, вот сами нас... себя будут судить. Да. Не на каких там старперов смотреть не надо. Не, на старперов можно посмотреть, чтобы понять, как они это делали, и шагать дальше. Вот. Если бы сегодня в жюри сидел Александр Сергеевич Пушкин, например, он был бы слабоват как жюри, потому что уже ушло очень далеко стихосложение. Оно все сложнее, сложнее, интереснее, прикольнее. Да. Вот. Ну, наверное, все. Да, берегите себя, берегите мать природу. Здоровья вам, здоровья вашим близким. Пишите ваши заявочки на следующий концерт. Помогайте нам перепостами. Берегитесь денежками. Да, можете наш денежкой поддержать, можете перепостами поддержать. Берегитесь от государства, любого. Берегите друг друга. Берегите друг друга и берегите государство. И стройте его. Стройте на каждом шагу. Да, обязательно, если что-то с ментами не так, фамилии ментов в интернет. Первым делом фамилии. Ну, пока. Да, ваш Новицкий. Елена Пичук, до следующих встреч.